1 июля бассейн «Дельфин», филиалы которого расположены в поселке Развилка и в городе Видное, закрылись для подготовки к новому сезону и проведения косметического ремонта. В ходе него в поселке Развилка проводят профилактику систем фильтрации и дезинфекции воды. В городе Видное идут более масштабные работы. В частности, в видновском отделении «Дельфина» основной ремонт ведется в чаше бассейна. Общая площадь поверхности, которую необходимо отремонтировать, более 400 квадратных метров. А протяженность швов между плитками, а их в течение 2 месяцев предстоит полностью обновить, составляет почти 4 километра. Главное, конечно, санитарные нормы, ну, как бы немаловажно. Вот. И то, что касается швов, понятное дело, что к концу сезона они начинают немножко как бы цвести, портиться. И это, конечно, затирка швов и полностью вот эти ремонтные работы, они просто необходимы. Также работы проводятся в холле и раздевалках бассейна, обновляются залы с тренажерами. Но основное внимание состоянию бассейна и системам фильтрации и водоснабжения. Стоит отметить, что в целях экономии средств ремонт проводится силами работников заведения. И это своеобразная многолетняя традиция. Здесь уже не первый год работаем, и бассейн как бы как наш второй дом получается. И в любом случае нужно сделать хорошо и качественно. Вот. И так как это у нас есть такая возможность, почему бы нам не прийти и не помочь, не сделать своими руками. В поселке Развилка обновленный бассейн откроется уже 1 августа. В городе Видное планируется открыть заведение к началу учебного года.